Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Blackmoor 2. У нас есть история, подземелье, онлайн-мульти и ПВП. Ну, я хочу, наверное, начать с истории. Мне интересно понять суть. Так, дорогие друзья, спасибо, что сегодня вы все собрались. Короче, нам какой-то маг рассказывает замечательную историю. Когда-то был один злодей из темных, и он решил напасть на наши земли. Но нашлись бойцы, которые могли противостоять и побороть его. Но некромант какой-то, видимо, открыл печать, и зло, видимо, выбралось наружу. Ну, а наши ребята в то время отдыхают вовсю, в барах, гуляют. Но, узнав плохую новость, побежали опять в бой. Так, друзья мои, игра на английском языке. Так, Гладиус, гладиатор у нас. А также есть вот такой вот Болла, боец. Интересно. Ну, я, наверное, возьму гладиатора, да? Можно потренироваться. Ну, а можно... А, скины тут еще можно поменять. Ну что, выбрал я, например, его. И давайте смотреть уже непосредственно на саму игру. Так, это еще кто такой пришел тут? Ох, ядрена ты вошь, ты посмотри-ка. Он прикинулся, да? Каким-то жителем пришел к нам, к нашему магу. И уничтожил там всех. Так, наверное, тут, ребята, нам нужно поставить кнопочки. Так что, секундочку. Ну что, друзья мои, вроде бы все работает. Прыжок есть, удар есть. Давай смотреть. Ой. Орки. Так, ага, у нас есть двойной прыжок, оказывается, еще пишут нам. И за счет двойного прыжка мы можем с тобой высоко прыгать. Иди отсюда, урочи отродье. Так, давай, следующий идет ко мне. Ой, тихо, тихо, тихо. А не слишком ли вас тут много, а, ребятуля? Вы мне хоть дадите дальше-то подняться? На-ка, всех на раскромсон, естественно, ребята. Так, мы с вами... А я могу, например, просто... А, тут можно ползти. Хе-хе-хе. Чекпоинт, типа, да? Кто это еще? Ничего себе, ты каракатица, ты... Че пришла сюда? Объясни-ка мне, а? Прыгай ты мне тут, понимаешь ли. Идем дальше. Судя по всему, я иду, наверное, в ту самую таверну. Опа, еще тут... Скелеты, лучники, все дела. Так, орки, вы что, не стали ко мне идти? А я, интересно, могу подбить фонарь этот? Могу, и тут как раз была хавка. Отлично. Что это? Ребята, эта бочка взрывается или мне ее нужно подбить? Эть! Не знаю, нет, ребята, скорее всего, опасные бочки. Все, я понял, они наносят мне урон. И мало того, что они, наверное, еще и меня избивают. Давай-ка, Гладиус. Ох, какой там жиробобик ходит. А у меня будет лук или нет? Или я так и буду... Нет, парень, не в этот раз. Оу, левелап я получил. Так, и что-то... Какой-то циклоп. Вот он как раз-то и бочки пулял. Сейчас, сейчас, сейчас. Да ё-моё, ребят, я немножко путаюсь в кнопках. Пока, это пока. Ты знаешь, подкаст. Стоит Рэю разгуляться, тут никому не сдобровать. Ой, не заметил эту бочку. Я могу тут все ломать абсолютно. Чекпоинт. Урочи отродья. Слушай, у меня, по-моему, комба стала получше, да? Или мне так кажется? Нет, парень, только не в этот раз. Орки, пошли прочь отсюда. Скелет-лучник. Ой, зачем я именно на стрелу-то подпрыгнул, а? Ну зачем я так делал? Так, я смотрю, там жители бедненькие кричат. Что-то им там нужно. Спаси нас, говорят, рыцарь. О! Ах ты засранец! Ты что делаешь? Девчуля берет голову, давит своей вонючей ногой. Иди сюда! Я хоть и маленький, но... Накачу тебе! Так, понятно, ребята, по земле, короче, идет волна. Лучше... Лучше в этот момент подпрыгивать. Да, я его расколбашу. Да успокойся ты, а! Шито... Подбил меня. Эх, жалко, у меня нет моего друга Амбала, который... Отдыхает в таверне, поэтому буду я тебя бомбить. Ох, ребят, какой он
Ему нужно бить именно в голову. Я ему устрою сейчас Кузькину маму. Все, ребятушки. Ох, сколько золота, сколько монет. Девушка, не надо благодарности. Сочту за честь. Ну вот как-то так, ребята, у нас начинается игра. Ух, и мы с тобой можем идти дальше. Слушай, знаешь, что мне эта игра напомнила? Конечно, по графике немножко уступает. Но помнишь, мы с тобой как-то играли за одного рыцаря? Правда, эту игру потом прекратили. Я не знаю, по какой причине. Продолжать. И название я ее не помню. Ну, многие вспомнят, да? Где мы тоже там играли за героя, тоже меняли ему головные уборы. Головные уборы давали определенные бонусы. И довольно прикольная была игруха. Зря, конечно, разработчики ее забросили. Перспективная была игра. Ну ладно, это мы с тобой отвлеклись. А у нас дальше продолжение, ребята. У нас второй уровень. Ух ты. А что я могу здесь интересно сделать? Давай посмотрим. Так, заклинашек. А, погоди-ка. Воу, воу, тут нифига древо прокачки. Так, можем прокачать атаку. Сколько денег у нас? 382 монетки. Это открывается, наверное, со временем, да? Вот это вот все. Поэтому прокачивать не могу. Тут удача есть, атака, здоровье наше и скорость. Ну, я думаю, что нам нужно здоровье немножко с тобой, да, увеличить. И атаку. Интересно, на что влияет удача? Тут питомцы будут еще, что ли? Воу! Я обожаю такие игры, друзья мои. Пишите в комментариях, нравится ли вам тоже. А лучше всего лайкосик поставь и будьте счастье, поверь мне. Так, ну что, у нас 182 монетки. Я, наверное, скорость еще сделаю. Все, друзья мои, я... Ой, это мирный, мирный, конечно. Я уже немножко на шугаря тут подсел. Ёк-коломаны. Эй, он меня хватает, ты понял? Он схватил меня просто за глотку. Ты смотри, и душит, главное. И душит беспощадно, а. Иди отсюда. Пошли прочь. Какие-то... Да хватит отцепись от меня. Двигаемся, двигаемся. Так, тут... Ой! Тут, оказывается, можно утонуть. Ну, упасть, друзья мои, в эту лужу. Кто это еще? Что за... Да ну хорош. Да... Как сложно-то. Как сложно. Какие-то... Столько всякой тут нежити. Ты посмотри. Этот еще тут, смотри-ка, бандит какой-то. Фаербол. Да мне чекпоинт нужен. Я тебе сейчас дометаюсь фаерболы. О, чекпоинт доходишь, ребята, у тебя фул хп становится. Скелет собрался. Кстати, ребята, эта игра была написана, получила не одну награду, как лучшая игра. И, в принципе, то, что сейчас я вижу, меня вполне устраивает. Ух ты, а это что-то... Ой-ой! Ну, надо же предупреждать, господи, что вы нахрапчиком-то так меня врасплох взяли. Давай спускаться. Родной, давай спускаться, говорю. Так, здесь надо тоже действовать аккуратненько. Ящичек. Еда, спасибо большое за... А-а-а, тут хитро, хитро сделал. Надо быстро, 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 быстро. Оп! А я могу ползти? Могу, я даже ползти могу, друзья мои. Так что, видишь, как все здесь продумано. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Потихоньку-потихоньку. Ломаем ворота. Вот они, эти те самые аглоеды, которые... Иди отсюда, филин. Да чтоб тебя схватил и все. Левел ап, друзья мои. Я получил какую-то атаку. Знать бы, как эти комбинации делаются. Все. Я вижу, друзья мои, у меня появился... Вот, вот такой удар у меня есть. Но под него нужно настроить отдельную кнопочку. Ну что, ребята, стоит проверить. Так, удар. И вот такой проникающий. Ой, еще какой-то... Этих монстров тут просто куча. Я не успел... Что? Блин, надо было его проникающим, наверное, бомбануть разок. Куда он там убежал-то? Вонючка мелкая. Испугался он просто-напросто. Вот что я тебе могу сказать. Еще один такой же. Так, низко. Как бы мне его, а? Попробовать прижучить бы. Сейчас попрыгает он здесь, а я его попробую подловить, друзья. На! Так, тут руба... Не надо хватать меня. Ай-яй-яй-яй-яй, промахнулся. Вот как его подлавливаешь. Он прыгает и, короче, сзади его. Что здесь у нас такое? Вниз... Не понял его. А, вниз и прыжок. Вот. Даже такое тут есть.
Хм. Даже вот так вот можно, ребята, вниз и прыжок. То есть мы с вами, ну, проскакиваем. Что-то не нравится мне эта лока. Ой, не нравится мне. Хе-хей. Да я... Кто там? Ты посмотри. Ё-моё. Ты смотри, что он творит. Эпик босс. Просто ты... Он меня так сейчас... О-о-о-о. На. А что он моргает? Почему он моргает? Что он собирается делать? Огнем, что ли? Ах ты... Ах ты ж... Ушлепок. Хвостом еще он там бомбит. Давай, давай, давай. Огнем, огнем собирается, ребята, жарить. Сматываемся. Что, 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 что? Бритикус, тебе не нравится, да? Так что ж ты моргаешь-то? Он когда моргает, он неуязвим получается, ребят. Бритикус, иди сюда. Я тебя сейчас побрею. Вот, друзья мои, и весь Бритикус. Сколько мы тут с тобой голды-то получаем. Срочно собираем, быстрее, 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 быстрее. Вау, уровень пройден, сказал нам диктор. Хе-хе. Прикольно. Так, друзья мои, мы двигаемся дальше. Ух ты, я могу здесь не только, например, или все-таки это как... Знаешь, я думал, можно зайти и куда-нибудь там прогуляться. Давай посмотрим с тобой видосик, и я немножечко получу голды. Ну, надеюсь, все по чесноку дали награду мне. Так, это у нас поезд. Мне дадут вначале прокачать мои... Да, дают. Статы, все отлично. Так, что же... Ага, вот это у нас проникающий удар вперед, который мы с тобой делаем. Заклинаний тут много. Много, ребята. И я так понимаю, что можно будет... Ой, это что такое? Специальный итем. Ох, ё-моё, он стоит... 1300, что ли, получается, да? У меня вот такой вот меч, самый дешевенький. А вот показывают, что у нас улучшается. Колечко, а что колечко? Только удачу улучшает нам. Ха. 300 стоит, 500. А у меня сколько голды? 601 монета. Но я думаю, что нужно купить меч. Все-таки он 4 уровня. А этот вообще не, даже уровня не имеет. Да, получаем одну атаку и одну к защите. Беру. Беру, ребят, конечно, надо брать. Где-то еще питомцы будут у нас с тобой потом. Но что же вот это за специальный итем? Какого уровня он? А, 5-го. И стоит он 1300, да, это серьезная сумма. Я, правда, честно говоря, хотел прокачать себе статы маленько. Что же дает удача? Не знаю, но нам с тобой... Ох, ё-моё, нам с тобой все это предстоит узнать со временем. Иди ты... Ой, да цепись ты! Обнимашки тут свои делает. Нет! Друзья, да что тут? Что происходит-то? Проиграл. Так, контини, конечно, контини, ребят. Что же еще тут может быть? Да, ты можешь отцепиться от меня, а, засранец ты такой. Хух. Еще, еще идет. Да вот эти вот хитрозады, а. Надо, наверное, отсюда сваливать, я не знаю, что. Чекпоинт, я успел, ребята, докоснуться. Меня еще и сбросили. Обнимашки тут свои делают. Так. Потихоньку, потихоньку мы с вами продвигаемся по этому поезду. Так, ползет, я видел его. Ползу на этого. Иди, иди, иди сюда. Да куда ж ты повернулся, ты же... Срочно вот этих вот попрыгунчиков надо валить. Все, приехали. Дайте чекпоинт, пожалуйста, чекпоинт. Это еще кто? Босс, что ли? Охо-хо-хо-хо. Тихо. Я к этому был не готов. Ну. Заморозили меня. И что? Тратим... Сердечко. А как я, интересно, должен защищаться от заморозки? Ударит. О, это ты хорошо придумала. Тут ты такая, Синдара. Да получи ты проникающим. На.
Блин, она меня ловит. Все, ребята, забомбил я эту исчадие. Ой, и мне колечко. Колечко, ребята, выпало. Хи-хи, что за кольцо? С какими статами, интересно? Блин, ну прикольная игруха, согласись. Так, мы с тобой прибыли к каким-то воротам. Так, ну что ж, давай глянем. Так, у нас с тобой сколько? 261 монета всего лишь-то. Погоди, куда ты? Щит, щит один. Так, кольцо. А кольцо что нам дает? Подожди, ХП, да? Ага, 4 единицы ХП дает и, ко всему прочему, одну защиту. Меч-то вот этот надо одеть. Вот. Подожди, а я не могу его... Он что, не для меня, что ли? Эй! Ты серьезно? Этот меч... Понятно, друзья мои. Это, оказывается, не меч 4 уровня, а я должен быть 4 уровня, чтобы носить этот меч. Теперь ты понял? Прикол. Вот и вот тебе и все. Эй-эй-эй, не надо тут лагать. А я в данный момент сколько? У меня, короче, 3 сердечка еще есть. Это типа местные контини, что ли? Да? Блин. Ладно, давай потихонечку продвигаться. Что это еще за твари? Пауки. Уйди от меня. Смотри, что делает. Хочет схватить. А ну-ка, давай, 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 давай. Вот так вот. Фух. Потихоньку, потихоньку мы с тобой идем. Потихоньку бомбим. Уровень получил. Ой. Так, тихо, паучье отродье. Эти парыши тут еще лезут на меня. Понимаешь ли? Гаденыш, а? Ну, вставай, вставай, вставай. Есть. Единственное, я пока не понял, как у нас все-таки работает защита. Хм. Ну, надеюсь, потом чекпоинт. Куда ты, тележка? Ты куда без меня-то? Ага, нет, вот она вернулась обратно. Я думал, она поехала без меня тут, понимаешь ли. Музыка такая. Че себе прилетела тут? Не, надо ее подбить, ребята. Она меня может сбить с этой тележки. Музыка прикольная, блин. Оу! Вот об этом я тебе и говорил. И этот, и сам отдуплился, да? Так, надо срочно. Вот сюда вот. Дай мясо. Мясо, говорю! Ну дай мне. Успел. Так, паук. Он получил свое? Дайте мне, пожалуйста, покушать. Что это такое? А, я думал, кирку какую-то нашли. Тихо, подожди, это кто там? Вверху, ребят, супер какой-то великан. Да птичка какая-то, что... Что с этой птичкой? Не так, я не могу понять. Почему я не могу ее подбить? Тратим, ребят, контини. Сейчас доиграюсь, все контини потратим. С вами я останусь, я вообще без всего. Опа! Он меня увидел, да? Ну? Все, нахлобучили, там паук. Блин, совсем немножко не дотянул до чекпоинта, ты представляешь? Совсем чуть-чуть, а если я сюда пойду? Ага, так меня туда и пустили. Держи карман шире. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной сейчас тут? Офигеть, ребята. Тут еще всякие ловушки, приколюшки. Мясо, слава богу, мясо. Правда, мало отхиливает. Ага. Паучье отродье. Вставай, еще не закончил с тобой. Лежи там, прохлаждается. Так, что это у нас тут? Босс, что ли? Огромный, ребята, слизень. Опа, опа, опа-на. Что он творит? А вот это вот не надо.
Ты смотри, что... Какой... Блин, прыгаешь, он на тебя. Вообще ничего не дает сделать мне, ты представляешь? Что, будет ядом сейчас пулять или как? Ну, успокоишься ты или нет, червь? Опять он заморгал. Че он, а что они периодически моргают? Что это означает? Вот так вот его надо бомбить. Короче, он прыгает. Тут он меня, конечно, подловил. Не забывай, что это наш первый герой. Там есть еще и другие. Ой, с этими надо разбираться. С одного удара их всех. Моргание мне вообще нисколечко не нравится. Оу. Так, последние две континии у нас с тобой. А что будет, когда мы проиграем? Мы все заново начнем. Че там готов? Все заново начнем или как? Не хотелось бы, если честно. Да. А мне кажется, наверное, мы начнем с тобой все заново. У нас тут будет, наверное, с помощью такой вот прокачки идти все. Или же как-то эти континии можно купить. Ну что, мы прошли с тобой пещеры. Да, прошли пещеры. И тут у нас лифт. Смотрим. Так, 300 монет, надеюсь, мне заплатили за просмотр рекламки. Я до сих пор еще не, да? Ребят, я получил 4 уровень, да, и теперь у меня все отлично должно быть. Так, этот все в магазине, да? Все показывает, что... У нас кольчуги с тобой, кстати, нету вообще никакой. Стоит 500 на любой уровень, да? К защите, возьму. Колечко. Может быть, нам щит с тобой вот этот вот взять, да? А, он 1300, мне не хватит. Тогда вот этот возьмем с тобой. Две к защите еще тоже дает. Кольчугу одеваем и щит меняем. Ну да. Дает две. Подожди, зачем я это все снимаю-то? Одень это все на место. Так, а вот это что такое обозначает? P1. Не знаю, ребят. Блин, хотел же прокачаться. Ё-моё, у меня вот этот... Что? Покинуть игру? Нет. Зачем покидать? Ничего я не покидать. Вот, теперь я как-то уж... Как этот, я знаешь кого? Как Спартакус этот, Леонидус, да? Похож на него чем-то. На Леонида. Ты чё там ползаешь? Ох, ядрёно вож, ты... Что вы тут... Себе позволяете? А этого мага вообще можно сбить? Нельзя. Ага, он еще и бомбочки, оказывается. Вот это бомбочки он разбрасывает. Прям по голове, да? Иди сюда, скелет. Так, уходим от этих бомб, потому что они взрываются. А, они и свои же подбивают. Это меня радует, уходим. Взорвись. Уходим. Че же он меня подлавливает-то все, а? Да, блин, ты достал. Скелетон. Ты посмотри, какой, а? Вот только так его и подбивать. Так, мы выше идем, да, этажом? Выше идем. Да это-то что еще за чудо? Что он там сказал? Не надо там. Пускай идет. Иди сюда. Напарись на бомбах. Смотри, что творит, а? Он в блоке все время стоит. Что там сделать? Что он там чудит? Да ё-моё, подловил меня. А как я его должен подбивать, если он в невидимости? Так, только вас-то тут еще и не хватало. Аглоедушек-то этих. Секунду.
Подбил. Ну где он там? Я его еле вижу, он какой прозрачный. Будьте добры, чекпоинт есть. Фух. Чекпоинт, это уже хорошо. Да ладно, что, уже сразу босс, что ли? Что-то какая-то, ребята, у нас удача, что ли, сработала? Смотри, 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 прячется. Блокируется, да, типа? Окей. Ну? Че ты там ржешь-то, идиот? А, это, наверное, есть основной босс. Хе-хе-хе. Ну и кто смеется теперь? Так, тихо. Ты гаденыш, смотри. Ну, такой себе босс. Если честно, да? Ватненький, ну и слава богу, что он ватненький. Мне даже так на руку. Щит мы с тобой получили. Фух. Поднимаемся куда-то выше. Угу. Сколько у нас денег, интересно мне знать. Можно посмотреть. Мне нужно атаку как-то прокачать, да? Щит. Этот щит, по-моему, фигня, а не щит. Я его не буду ставить. Дай мне мой родной обратно сюда. Так. Питомцев до сих пор еще пока никаких нету. Нет, я не хочу покидать игру. Подожди, а почему мне не дали это? Что это еще? Это... А вы что здесь стоите, свиньи? Блин, я хотел атаку прокачать. Что-то я не помню, что. Я даже урона не надо. Свиньи! Вы будете помогать мне? Ну, как бы пытаются. То есть мы как бы должны с тобой потихоньку-потихоньку продвигаться, да? К замку. Ну и практически, ребят, все, мы здесь, на месте. Свиньи, за мной! Чего вы там прыгаете? Кого вы там атакуете-то? А, этого нужно, что ли, Гаврюшу еще бомбануть? Понял. Давай, друзья мои, потихонечку продвигаемся. Ох, ё... Подожди, подожди, а можно мне... Там еще и великан наверху. Мне бы хавчика, хавчика или... Чекпоинт был лучше даже, я бы сказал бы. Мы с тобой поверху идем. Нет, 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 не хочу вниз падать, тут их много очень. Лучник этот достал. На! А, я не могу, значит, мне нужно с ними разобраться со всеми. Да, получается так. Смотри-ка, достает, а? Дотягивается до меня. Ну, все, нет. Стоит, выжидает там. Блин, там еще внизу великан. Слушай, а может быть здесь где-нибудь хавчик будет? Вот. Свиньи мои перебитые все. Бедолаги. Ну что-то... Блин, там великан достал со своей вот этой вот фигней тут махать. Будем честны, да? Эта армия вообще закончится когда-нибудь или нет? Подловил. Ага. На тебе. Так, великан что, ко мне сюда пришел, да? Вау, ребята, открылось. Сматываемся. И чекпоинт. Опять, опять свиньи. Опять мои братья. Какие они мне, блин, братья еще. Вот этого призрака надо вальнуть, я так понимаю. Да как тебе... Опа, а, так это же первый босс. Тихо. Это был первый босс, а теперь он обычный моб. Фига, первый раз вижу у него такую истерику. Все? Слушай, вот эта вот клетка, ее подбить нельзя? Видишь, которая тут наверху? Нет. Блин, этот за мной идет. То есть вы хотите сказать, что я его все равно должен завалить? Опа, и мне досталось главное. Ага. Че? Че лежишь, балдеешь? Все? Свинюшки, давайте двигаемся. Открывайте ворота. Леонид пришел.
Так, еще бригада свиней. Блин, как же меня эти лучники раздражают, а? Блин, еще один великан. Прикрывали нули. Блин, тут такое ощущение, что лучше, блин, по... И запусти... Блин, это элитный еще скелет. Лучше не прыгать по пустякам. Потому что когда начинаешь прыгать, почему-то тебе хуже становится. Видишь, блин, прыгнул на свою голову. Так, уходим. Е, бомбанул я его. Вот он, ребята, этот элитный. Смотри, он действительно как будто хоп-хоп такой. Мастер-файтер. Курица, ой, курица, ну еда, короче, вы поняли, да? Так, сейчас я этого попробую. Жарабаса пробил, но, видишь, меня тоже пробили. Да чтоб тебя. Так, надо заканчивать с этим тугодумом. Достал он. И, блин, и про... Они как будто знают, когда что надо сделать. Ну, давай-ка я этого... Почему? Пробивным. Отлично. Еще. Дороже себе только вышло. Ну? Готов, хлопчик. Идем. Леонидас не прощает ошибок. Эх, свиньи, свиньи. Что ж вас так быстро тут покоцали-то, а? Чекпоинт, и слава богу. Так, еще. Там что, арена какая-то, смотри. Зомби стоят и смотрят. Оу, узнаем? Да, друзья мои, это тот самый чудик. Кто он такой? Энджой какой-то. Опа, опа. Твою ж налево, что творит? Правильно, свинюшки, вот так его. Он жесткий типок. Так как же ты мне... Е! Вот это вот, конечно, вонная крутилка. Да чтоб тебя, а! Так, что, он меня, типа, опередил? Левелап получили мы с тобой. Да ядрёно вож, блин, придется континь тратить, да? Последний, по-моему, у нас, который... Континь у нас последний с тобой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Каратиста хренов. Ну, остался совсем чуть-чуть. Наконец-то. Ой, ребята, у меня новое что-то появилось, смотри-ка. Только сейчас увидел. А что это такое? Можно глянуть? Ох ты. Блин, это тоже какую-то определенную кнопку надо ставить. Получается. Ой. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня будет достаточно, да? Поиграли довольно неплохо, милая игра, сложная. Ну, я вот не знаю, ребят, если контейник закончится, мы будем с самого начала начинать или как? Это мы узнаем уже в следующей серии. Ну, а на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.